огурца партенокарпического охотный ряд F1 на рассаду высевают в конце апреля. Когда растения имеют от 3 до 4 настоящих листочка, их можно высаживать в открытый грунт под пленку в середине мая, в открытый грунт без укрытия в начале июня. Безрассадным способом семена огурца партенокарпического охотный ряд F1 высевают на грядке в мае-июне. В плодоношение вступает сорт рано. Деленцы цилиндрические, ровные, редко бугорчатые, длиной от 8 до 11 см, массой до 95 грамм, хрустящие. Используют их для свежего потребления, бочкового засола и консервирования. Огурец партенокарпический охотный ряд – это травянистые. Огурец партенокарпический охотный ряд имеет ультраскороспелый срок созревания. Плоды имеют массу от 80 до 100 грамм. Форма у плода овальная. Цвет плода темно-зеленого цвета. Плоды можно потреблять на переработку. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.